Главный вопрос можно? Да, нет, у нас очень глобальный вопрос, можно? У нас очень большая проблема дешевых войск и технологий. Вот как бы, чтобы на государственном уровне, на уровне отеля, я не знаю, на уровне области, завести нам зону отдыха в отдыхе? То ли служба, то ли, я не знаю, некоторые, конечно, объекты наши приобрели себе скважины в селе и имеют некоторые объекты. Все мы очень сильно страдаем, поэтому у нас летит сантехника. У нас и люди жалуются, и кафе работают на каких-то привозных водах, там еще где-то берут. Ну, в общем, это очень большая серьезная проблема. Мы готовы, может быть, даже посовещавшись, участвовать как-то в этом финансово, может быть, я не знаю, еще это можно не обсуждать. Но все-таки мы сами это не потянем. Это вопрос очень правильный, спасибо, что задали, потому что есть в других районах такая же проблема, и там вопрос этот номер. Да, поэтому здесь относительно этого вопроса, он однозначно комплексный, потому что центрального водоснабжения, центральной канализации в Коблево нет. И вот вспомните меня, вы все равно рано или поздно к этому вопросу подойдете. Автономный канализации. Ну, мы считаем, это же неправильно. Конечно. Поэтому вопрос это на уровне района и вопрос о том, что... Конечно. Я думаю, что мы этот вопрос обсудим. Есть у нас еще один вариант. Все вы когда комнаты, там Сюзовско-Лиманский водохранилище подделывают. Обследовать его, так как они уже долгое время не обследовались. Я уже с геологами разговаривал на эту тему, они мне карту привезли уже. Попробуем осенью вернуться к этому вопросу, чтобы они сказали, сколько там воды. Если воды будет хватать, то будем искать инвестора, который будет И мы общались параллельно с работниками бригады. Мы сказали, что есть вариант по поводу этого дискуссии. Нужно общаться просто. Я что, не кто? Я... Когда обратились к Чужным, это было 2 года назад. Ну, это сейчас. Когда обратились к Чужным, они нам отказали. Там есть свои нюансы, им надо с учетом наших потребностей, им надо полностью реконструировать эту насосную станцию. У нас два вопроса на сегодняшний день. Будущее это? Смотрите, это вода номер один и нелегальный бизнес, который идет по пищевому вопросу, который гуляет по пляжу, продает булочки.